Здравствуйте, дорогие подписчики, мы находимся на садоводе на линии 29, павильон 59, итальянский сумковый аксон. Здравствуйте, Оксаночка. Здравствуйте, Рахим, здравствуйте, дорогие наши подписчики. Получили новый товар. Открываем. Нару сразу два короба открывай. О, бахрома в цветах. Пойдем. Красиво. Сейчас я. Ага, давайте, все можно распечатывать. Рыжий красивый сейчас. Цвета, общее фото, все будет в Telegram. Размер длинный, ремень. Есть вот такая ручка. Смотрите. Цвета очень красивые. Оливу я открываю. Вот, смотрите. Очень красивый. Цена 8 тысяч. Оптовая цена. Забирай. Это сумка Галатея. Цена 8500. Цвета уже шикарные. Хочу показать клеймо, как красиво смотрится. Помню, кто-то написал, на светлых сумках клеймо прямо как грязь смотрится. Девочки, смотрите, как шикарно. На светлых самое красиво смотрится, смотрите. Да, видно сразу. Вот, на темных оно не так проявляется. На светлых сумках просто клеймо шикарное. Просто. У нас уже все клиенты только с клеймом, клеймо, клеймо обязательно. Так вот, сумка прям уже все. Я говорю, это как вишенка на торте. Вот такой цвет. Красивый очень. Цвет марма. Так, рыжий. Рыжий ты, Алла, открываешь. А два цвета, по-моему, ну-ка. А, это... Это как это? На, это как у меня. Такой. Наврус. А, это как это? Это как у меня уже пошло. Да, вот смотрите, болото, прям такой болотный цвет. Уже вот видно, да? Красиво. Да, видно, красиво. Это такие ходовые очень модели, поэтому я заказываю, пока есть. Не всегда бывают цвета на фабриках. Очень, вот этот цвет красивый. Смотрите. А Тани вот цвет. Ой, какое клеймо прикольное. Смотрите. Классно. Ал, я зеленая. Вы что? А, да, просматривайте. Эта сумка как... Она у меня такая в шоколадном цвете. Она так и называется. Сумка как у Оксаны. Можно ее на длинном ремне. Она вообще очень классно смотрится. Можно так, можно если как даже в поездку ее на две ручки взять. Темная олива, шикарный. Видите? Есть длинный ремень. Карманы открываются вот так вот. Смотрите. Я сейчас все по ценам расскажу. Алла, это я открыла уже. Так. Это как? Такая. Прям насыщенный. Такой, знаете, как прям с таким блеском красивым. Есть длинный ремень.
рыжий. Так, вот такая зелень. Жевал кто-нибудь? Ты открываешь. Да, все. Все, сейчас закроем. Я сделаю вход. Наврус открыл. Давай. Еще на лук там аккуратно. И вот сюда, давай еще. Вот. Давайте давай, вот эту. Ну, сначала цена 8500 вот этой модели. С обратной стороны карман, боковые карманы. Ага, все убирайте. Так, вот эта модель. Цена 9000. Новые расцветки. Это тоже мята. Ну и сейчас в этом году такой у них мятный цвет. Все, убираем. Также есть внутри одно отделение, длинный ремень. Это в одном цвете. Получили один цвет, но цвета в Telegram есть, что есть по наличию. Эта сумка как у меня, вот смотрите, как цвета, ну шикарные светлые расцветки в этом году, очень красивые. Все цвета красивые. Бери оттуда. Ну это и Галатея. Галатею ладно, потом сделаем фото. Все, шикарная расцветка прям. Все. Красиво как. Так, и сумка Галатея. Также есть длинный ремень. Да все уже там осталось. Потом поправим. Сделайте, я фото еще не делала. Нет, конечно. Я же отошла в сторону. Все, убирайте. Цена 8500. Дай. Потом. Сюда, сюда положи их. Потому что там все равно не хватит. Так. Ал, давай мне вот все сумки, да. О, красивая. Смотрите. Вообще шикарно. Да, видно хорошо. Цена 8500. Такая модель. Есть карман. Внутри вот так вот сделано. Длинный ремень. С обратной стороны также есть карман. А, вот эти. Этих по одному на цвет. Цена 6500. Вот они. Две такие, два такого цвета. Вот этот роза антик, очень красивый цвет. Тауп. И конячный тоже шикарный. Смотрите. Все. Ой, какая уже интересная модель. Смотрите. Цена 9000. Расцветки тоже очень красивые. С обратной стороны есть карман. Смотрите, какой акация цвет шикарный. Пудра красивый. Так, отдай мне какой-нибудь.
Вот такой цвет, как грязно-голубой. Но он не серый прям. Такой смотрится вот прям грязно-голубой такой. Цветопередача, еще раз хочу сказать, у всех в телефонах разная. У кого-то поярче цвета получается, у кого-то потускнее. Мы с этим сталкивались уже очень часто. Поэтому ну, у нас вот есть и видео. И, ну и плюс это еще, помимо этого, я говорю, у всех разная цветопередача. Вот, цвета очень шикарные все. Ну вот даже у меня на фото вот голубой, он прям грязно-грязно голубой. У меня немного такой вот поярче получился. Вот он еще такой грязно-голубой. Смотрите, шикарно. Смотрите, здесь карман. Такой с обратной стороны карман. Вот кто любит, на одной ручке мешки, есть длинный ремень. И он на любой рост подойдет, на любой, на любую комплекцию. Видите? Тау подкрываю, вижу, есть. Рыжий тоже шикарный. Но они все, каждый по-своему красиво смотрится. Шоколад есть, Ал. Вот это светлое мята, давай. Вот такой вот, видите, мята светлая. Открывайте, а другие сразу. Сейчас это сделаю фото. Такая вот. Да. Цена 8500 на эти модели. А, давай. Так, это у нас по 9000, что я сейчас вот открываю. Смотрите. Красивая очень. Ботега такая плетеная, 4. А нет, это на 2 ручки. На 2. Перепутала, бывает на 4. Вот этот мне очень цвет понравился. Смотрите, шикарный, просто насыщенный такой шикарный цвет. Вот такой вот светлый. Тауп. Рыжих только в повторах, остальных по одной. А, тауп еще. Ну, да, вот это светлое и марсала по одной штучке. Ну все, на этом все. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, на наш Telegram-канал, на канал Shopping с Рахимом. Не забывайте про почтовые расходы. После того, как высылаю вам квитанцию, там стоит и трек-номер, и почтовый расход. Почтовый расход надо по факту также нам на карту, ну, на какую присылали там за сумку деньги, также отправить. Все, всем пока. Пока-пока.